Большая весенняя уборка. Пока куряне наводят чистоту в городах и селах во время субботников, дорожные службы приводят в порядок областные магистрали и придорожную территорию. Наша съемочная группа решила проверить, как справились с поставленной задачей в Большесолдатском районе. Результаты поездки узнаете из сюжета. Весь апрель дорожники области не сидели сложа рук. Выполняли ямочный ремонт, убирали мусор, ликвидировали несанкционированные свалки, вырубали высохший кустарник и белили деревья. В результате к 1 мая областные магистрали предстали в обновленном, нарядном виде. Большесолдатский район одним из первых в области успешно завершил уборку придорожных полос. Со всем фронтом работ справились быстро, за пару дней. Сначала нужно вычистить, сухие деревья убрать, вывести, значит, а затем выйти и в один день буквально побелить. Когда это порядок, по-моему, приятно, и настроение у всех. Проезжаю по этой дороге прекрасно, я думаю, что настроение у всех самое наилучшее. Результаты работы оценили и автолюбители. Дорога хорошая, очень даже хорошая. Ну, я работаю в администрации водителем каждый день по этим дорогам. Хорошая дорога. Местами есть там не очень, а так неплохая дорога. Разметку недавно сделали, да и так улучшили дорогу. Впереди у дорожников самый ответственный период. Капитальный ремонт областных магистралей, укладка асфальтового покрытия, расширение старых и строительство новых дорог. В области продолжится реализация федеральной программы «Социальное развитие села». Современные дороги придут на смену грунтовым. Стабильное дорожное сообщение появится еще в нескольких десятках населенных пунктов области. Всего в 2012-м курским специалистам предстоит построить и отремонтировать более чем 6 тысяч километров дорог. Екатерина Болдырева, Алексей Еременко, телеканал «7».